Доброе утро. Ловят на реке два рыбака рыбу. Рядом сидят. Незнакомые. Один удачливый, другой менее счастливый. Удачливый ловит рыбу и каждую пойманную рыбку прикладывает к специальной палочке такого размера. И если она подходит под этот калибр, меньше или точно, то он ее складывает в запас, в сумку. А если больше, ну, выбрасывает обратно. И ловит, и ловит, и ловит. А тот, который рядом сидит, у которого клёва нет, смотрит с удивлением. Смотрит, думает. Потом не выдерживает и спрашивает: я не понял, а что ты рыбу выкидываешь? Зачем ты это делаешь? Ловишь и выбрасываешь. Палочку какую-то примеряешь к ним. Тот говорит: да, это у меня такая мерная палочка, я измеряю рыбу. Зачем? Ну, понимаешь, у меня сковородка маленькая, поэтому вот под этот размер палочки. Если она подходит, рыбка, то я, значит, вот, чтобы она в сковородку целиком вошла. А нет, ну что, я ее выбрасываю. Сосед задумался, а тот дальше продолжает. Потом он ему говорит: слушай, а ты не пробовал, может, тебе сковородку побольше купить размера? Теперь этот задумался, долго думал, говорит: а что, это мысль, даже в голову не приходило. Незамысловатая история, которая многим из нас может кое-что показать. Большинство, абсолютное большинство людей живет именно так, как тот рыбак, который палочку примеряет. Мы все примеряем под свои стандарты. Мы привыкли к своим стандартам, к своему видению, к своим шаблонам. Нам кажется, что жизнь такая, что ее потенциал наш в нашей жизни не может превышать размеры этой маленькой сковородки, этой палочки. И все, что больше, мы даже не рассматриваем как возможность применить в своей жизни. О, зарабатывать $1000 в день. Да это же сказки. И выбрасываем. О, бизнес. Свободный. 3 года поработал и в 30 лет стал миллионером и стал свободным человеком. Пиши книжки и прыгай с гор на вертолете. Или я не знаю на чем. Да это только в кино, это сказки, это не для меня. И так везде, повсеместно. В маленьких делах и в огромных. Повсюду. Маленькие ограничения и огромные.